Всем, друзья, привет вновь. Вы на Гоплей, и мы продолжаем. Жесть. Так. Привет. Ты кто? Работник? И что нам нужно? Закрыто. Один страдает за другого, а тот занимает его место. Механизм продолжает работать. Так, я, значит, этого чувака должен заменить, да? 8? И что, я должен 8? Угу. 12. Как неудобно, а? Должен собрать определенное количество. Не самое удобное. Вот это занятие. Да. Нет такого принципа. Угу.
игры разума. Добро, все. Время идет, смерть ведет к разложению. А, цветок нужен. Серьезно? На лифт? Да нельзя. Вы что меня напугали? Деградант. Ой, нифига. Целый квартал. Квадратный. Чего, мужики? Все нормально? Человек может стать сосудом, хранящий в себе что-то под ламя. Кто там что-то шуршит? Ты что ли? Она согревает сердце и питает душу. Освещает целый мир. Так ярко горит. Украденное пламя полыхает жарко и жадно. Украденное пламя. Гаснет. Опять вы. Что ж с вами делать? Чуваки, вы мне не нравитесь. Вы не нравитесь. Я думал, что это люди. Просто превращенные в куклу. Да, парни? Делаю движение. Раз, два. Раз, ой. Хорошо. Нельзя.
Круто. Вот здесь что? Существует мир за пределами нашего, скрытый за темной туманной занавесой. Так обитают древние твари, бессмертные, вечные. Они среди нас, невидимые, если только сами не пожелают показаться, если только не выберут тебя, смертные товарищи, по жестокой игре в шарады, игрушка, с которой можно позапариться, а когда надоест выбросить. Не слушай их, не играй с ними. Цена слишком высока. Берегись, талантливый творец или умелый мастер. Берегись, видевший их истинное лицо. Для тебя это лишь безумие и смерть. Иногда они кое-что оставляют после себя. Жуткие с виду предметы непонятного назначения. Их тоже следует бояться, ведь они мрачное воплощение их присутствия. Ой-ой. Нас так передернуло. Все закрыто. Вон и домик. Пришлось укрепить некоторые клетки, животные чего-то перепугались. Может, почувствовали приближение шторма? Надо заколотить люки. Буря будет нешуточная. Где ты, ублюдок?
Что хрюкает? Ой-ой-ой, он в ящике, что ли? Все закрыто. То есть ты прохода не дашь. Боже. Нельзя за мной. Смотри, там что-то есть. Где? Over there. Can't you see it? Мальчик. No. Нет. Я видел не это. Поверь мне, мы на краю света, мистер Харди. Тут не все то, что кажется.
Сейчас он пропадет. Верхняя часть страницы оторвана. Мистер Харди не смог бы обойтись без своего любимого капитана Брайса. Капитан центрального персонажа этой истории. Некоторые зовут его черным странником из-за цвета парусов его судна. Капитан Брайс силен и бесстрашный. Ему всегда достают сокровища. Мистер Харди слегка завидует капитану, потому что хочет быть таким же сильным. Интересно. Разные истории про разных. И театралы, и художник, и дети какие-то. Хотя пусть мне она не мешает. А забой надо закрывать. Опять пожар. Двигаться надо. От главы службы безопасности всем заинтересованным лицам меня уведомили, что некоторые члены экипажа выражали обеспокоенность в связи с новым режимом нормирования пайков. Позволю себе напомнить, что это решение стало прямым следствием должностных нарушений на борту этого судна. Еще раз подчеркиваю, кража не остается безнаказанной. Закрыться только там сможет. С той стороны. Где-то я видел такой спуск. Тут тоже пусто. Надо продолжать поиски. Лили, то есть капитан, там что-то есть. Во тьме. Тише, держись позади меня. Я тебя защищу. Краска. Thank you.
Ой. Боже. Спаслись. Такой шанс, такая ответственность. Выпустить на волю то, что давно пребывало в заперти. Я слышу, как оно воет, сотрясая собственную клетку. Оно жаждет вырваться. Да. Ставим так. Я не хочу здесь разводить твари, потому что там, если вы оставили, нельзя. Че, серьезно? Нам эту тварь надо вызвать? Что мне нужно сделать, чтобы открыть? Опа. Извини. А внизу дома? Давайте, друзья, на этом остановимся. В следующей серии мы продолжим. Потому что это страх големый. Всем аригато. Всем пока.